Геопортал Бурятии был создан 4 года назад. За это время он собрал в себе информацию о самых значимых сферах жизни, таких как ЖКХ, сельское хозяйство, социальная сфера и так далее. Кроме того, здесь можно найти всю информацию об органах исполнительной власти. Это своего рода калька с Google и Яндекс.Карт, но более наполненная и обширная. Он абсолютно бесплатный, и размещение информации на нем тоже происходит абсолютно бесплатно. То есть любое заинтересованное лицо, которое хочет разместить ту или иную информацию, но в частности мы сейчас работаем, как уже говорил, с органами муниципальной власти, они подают нам информацию, мы ее размещаем, и она свободна для пользования для всех категорий граждан. Одной из самых полезных функций геопортала является возможность найти всю информацию о земельном участке. Здесь же можно узнать о правилах землепользования и индивидуальной застройки, деловых зон и так далее. Там имеются и данные кадастровой палаты Республики Бурятия, потому что карта отображается в режиме онлайн. Соответственно, все последние изменения, которые происходят в кадастровой палате, они имеют место здесь быть. И эти данные, они, так скажем, актуальны, но, как правило, все равно лучше, конечно, уточнять. Но, допустим, для ознакомления, для принятия каких-то предварительных решений, да, можно этим пользоваться. Геопортал саккумулировал информацию в одном месте, но не все министерства и ведомства своевременно обновляют данные. К тому же информация слишком специализирована. Допустим, вот система Министерства строительства ЖКХ, да, все схемы, которые вот объекты ЖКХ, каким образом они там должны быть отражены, наверное, вы заинтересованы сами, чтобы эта информация такая максимально у нас была представлена. Мы сталкивались с такой ситуацией, когда люди, которые предполагают приехать в Бурятию, они уже, выходя на наш геопортал, полностью могли построить себе логистику, схему пребывания в Республике Бурятия, просмотрев, допустим, если они в Курумканский район ехали, поехали на лечение, допустим, в целях оздоровления, они полностью посмотрели схему, каким образом можно добраться до Лонды, где остановиться, значит, какие точки они там должны проехать, на каком транспорте проехать, плюс схема движения должна предусматривать точки общественного питания, даже посмотреть меню, какое там есть, где, значит, у нас есть гостиницы, отели, они могут остановиться, какие объекты здравоохранения, аптечные пункты и так далее. То есть те муниципальные образования, которые заинтересованы были, они эту информацию представили. В 2016 году власти планируют публиковать на сайте статистику видео дорожной обстановки в Улан-Удэ в онлайн-режиме. Несмотря на все плюсы портала, немногие интернет-пользователи знают о его существовании. Пока он во многом уступает всем известным ресурсам Google, Яндекс и популярному приложению DoubleGIS. Аюна Чертарова, Елена Самбилова, Александр Лупсанов. Первая альтернативная.